На следующий день мы отправились в Ялту к первой локации мыс Фиолент. По дороге мы увидели настоящее лебединое озеро. Столько птиц в одном месте привлекло наше внимание. Фиолент состоит из вулканических пород, остатков вулкана, который был сотни миллионов лет назад в средневековый период. Со смотровых площадок Фиолента открываются виды на скалы и морские просторы. На скальных породах в некоторых местах видны потоки застывшей лавы, созданные миллионы лет назад. Спуски к пляжам окружающим мыс совсем непростые. Чтобы добраться до пляжной линии, приходится спускаться с большой высоты. 800 ступенек вниз мы преодолели с легкостью. Очень хотелось добраться до пляжа и нырнуть в прохладную воду. Монахи построили этот спуск не только для того, чтобы бегать купаться, сколько ради возможности приблизиться к Георгиевской скале. Оставшееся время до вечера мы провели на пляже. Дальше мы отправились заселяться в отель с потрясающим видом лунной дорожки на поверхности воды и на салют к празднику города.